Блин, вот реально, если была бы это, даже было 45 секунд, наверное. Ну, у меня теперь Best Possible Time 11.27. Почти на секунду позже, чем у Кейка. Best Possible Time. Вот это прогресс. Ой. Ну нормально. Так, 45 на 10. Так. Ладно, это было что-то еще. Это пока что самое лучшее, что мы делали. А, вперед, нож. Давай пробуем. Давай. А, ну это инфермеры тут. Да. Здесь легкая локация, но почему-то вот именно. Еще. Еще. Вот это мне не понравилось, Стив. Ладно, нет, все нравится. Ну, пока что идем лучше, чем в той попытке. Удивительно, потому что инфирмери у нас, по-моему, обосрали. Сейчас.
Да, а мы прошли очень хорошо коридоры. О, ну вот это нас вообще хорошо. То есть от моей ПБшки, вот мы вдвоем делаем, мы теряем секунду ровно с этим сетапом новым. Мы теряли там очень много, кстати, раньше, вот это вот точно помню. Дай запрыгну. Стой, подвинь. Вот эта бочка просто. А мы не подожгли, по-моему. А, подожгли. Отлично. Сейчас мы посмотрим. Okay. So, on the to-do list. Find this damsel in distress, kill the bad guys, cure infection, save the world. Chances of success? Nil. Chances of survival? Well, you've got old Clarence on board. That should speak for itself. Chances of you buggering things. Залетели же хоть как-то. Almost certain. А бейсбол как? Насколько рано мне ее взять? Что? А бейсбол... Ой. Короче, хилку мне насколько сейчас рано надо юзать? Как раз. Ну сейчас. Не знаю, попробуй. Ну, блядь, точно. Не, все. Тебе видео. Пиздец. А чё он так? А как он там так?
Рико появился. Не суть важна, у нас голда. На моих спритах здесь. Я реально не вру, у меня голда. Ой. Сейчас иди вперед, зажми там. Очень хороший ранг. Я пока что ничего не буду говорить, но я очень рад. А пока можно... Я настолько... Ну, переволновался после этой химлабы, что просто с этими колбами немножечко запутал. Ну, я понимаю тебя. Я знаешь, как, знаешь, какое у меня сейчас лицо было, когда увидел, что у меня голда с такой коробкой. Я смотрю, там, а как, вот я сейчас не понял, мы так быстро, нет, вот, по какому принципу монстр там так далеко заспавнил? А я тоже подумал, а чё за херня? Я реально думал, он сейчас нас грохнет. Ну мы просто очень быстро затапили коробку. Причем удачно очень. Да, вот это сюрприз, однако. Так, сейчас надо еще первый уровень на... С первой попытки. Да. Удивительно, что у нас первый трайл почти всегда получается с первой попытки, а вот я в соло, вот, допустим, не могу сделать его с первой. И у тебя, как я понял, не всегда получается. Да. Ибо больше времени уделяю второму трайлу. Ну это само собой, это самый сложный. Мне так кайфово 2 по 1 C прям спидранить, потому что мне ничего не лагает, а когда я на своем компе просто запускаю пенумбру, у меня там и мышка, и клавиатура лагает, и FPS 30, хотя пишется 60, еще вот эти странные баги, непонятно. Да. Можно... Кстати, да, говори. У меня раньше стояла русская озвучка, но я не знал, что нужно, типа, с лицензии спидранить. Я скачал пенумбру, там, с русским языком, пиратку. Короче, там Турнгайд говорит в 2 раза медленнее, чем вот на английском. Я не удивлен даже. Прикинь, я вот спидраню, то есть у меня реально там, ну, 20 минут вот спидран был, там вот этот Турнгайд что-то говорит на русском прям очень-очень медленно. Типа, твой отец. А, да. Ой, он прям вот в точности вот так же говорит. Так, сейчас белый экран. Сейчас. Ай. Голда. Опять. Две голды. На 4 миллисекунды. Стрейн. Сейчас с кейпом так же. Сейчас. Боком. Хорошо. Короче, на компьютер-руме мы
Хотя и делаем дабл-клик, но давай еще... А, не, ладно, хер, дабл-клик. Меня просто все время шизает. Что может не получиться. У меня, ну, флешбеки. А, понял, так. Понял. Давай тут так же эскейпом, я реально рисковать не хочу. Давай. Сейчас. Чё? Питеру, пожалуйста. 4 раза в ВД нажать. Я не понимаю, у меня просто не... Я справлюсь. А я, кстати, через ВД делаю, да. Ну вот, да, 4 раза ВД там надо, я знаю. А я без сетапа, кстати, я просто вот на глаз чувствую теперь. Да, ну я тоже чувствую на глаз, но... Обычно это получается, если прям легонечко-легонечко нажать 4 раза ВД. Я просто переволновываюсь и нажимаю прям жирно ВД, и у меня получается такое уже не нажатие. Ну понял, сейчас надо без нерва. Так, я даю, покажу. Еще. Так, бинты. Первый у компьютера, да? Да. Ага. Нажимать? Да. Давай. Давай. Сколько? А у меня почему-то таймер раньше застопился, но мы почитаем время. Ну, это где-то 14-17 плюс-минус. Сколько? 14-17 плюс-минус. Что? Да.